Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Виктор Балит. Сегодня я хочу снять этот ролик из этого чудесного места. Зелень. Сейчас отличная погода, отличное пробуждение природы. И это все побуждает нас, людей, наконец-то просыпаться, наконец-то задумываться о нашем смысле жизни, о нашем пребывании на этой прекрасной планете Земля. И именно этому посвящены мои ролики, в основном мои фильмы. То есть я пытаюсь как бы рассказать вам о том, что я сам чувствую, находясь в этом мире, как я нахожу все, что происходит в этом мире. Меня, конечно же, интересуют все вопросы, связанные с нашей жизнью. Прежде всего, конечно, меня интересует, как вы уже заметили, это здоровье. Тема здоровья – это моя самая главная тема. Здоровье какое? Первое – это духовное здоровье, психическое и физическое. То есть человек, он такое сложное существо. Мы до сих пор даже еще не знаем очень многих процессов, которые происходят в нашем организме. Но мы знаем точно, что человек состоит из трех составляющих. Да? То есть наше здоровье состоит из духовного здоровья. Духовное – это связь с космосом, с Богом, через его природу, окружающий нас мир, также через его слово, Библию. Первое – это значит духовное здоровье. Если человек духовно здоров, имеет хорошее отношение с Богом, то это уже очень много. Второе здоровье – это психика, наша психика. То, что мы получаем из окружающего мира, оно действует на нас, да, через глаза, через уши, через средства массовой манипуляции. К сожалению, это так. А сегодня в мире мы знаем этот весь мир, кому он принадлежит. То есть это такой дьявольский мир. И, естественно, все средства массовой манипуляции работают на его службе. Ну, сейчас не об этом. Сейчас я хотел вас пригласить просто на мой канал. Просматривайте наши ролики. Меня интересует также, конечно, самого лично много различных известных людей из России, такие как Калашников, например. Я постоянно смотрю его передачи, его размышления. Он тоже так парень очень серьезно переживает о всем. Михаил Делягин, Дугин. Очень много интересных блогеров есть, которые действительно задают себе вопросы, что происходит сейчас с миром, с Германией, например, с Россией и с другими странами, и они не могут себе дать ответ в том, что, в принципе, все, что сейчас глобально происходит в мире, оно как бы уже запрограммировано наперед, и оно все находится под контролем, вне зависимости от того, что мы пытаемся здесь сделать, да? То есть Бог, он контролирует весь этот процесс, и поэтому люди, которые полагаются на него, они спокойны в этом отношении, что все идет по плану, все как задумано, так и будет. Поэтому особо так переживать или сходить с ума, как сегодня очень много людей это делают, это не стоит, друзья. Нужно наслаждаться жизнью, радоваться жизни, да? Такие катаклизмы были всегда на Земле, всегда происходили какие-то войны, революции, и это нормально. То есть человечество, которое отошло от Бога, оно не может так идти таким хорошим путем, оно вечно какие-то проблемы и кризисы, это нормально. Но что я хотел сказать, что я приглашаю на мой канал вас, пожалуйста, подпишитесь и просматривайте ролики, иногда буду я интересные комментарии давать, что касается, как я уже сказал, и Дугина, и те же Плохотного, различных самых людей, что делает Трамп, что делает там Путин, что делают другие политики, Эрдоган, Меркель, что происходит в Германии. То есть это вещи такие, которые меня тоже интересуют, как новости, да, но я так на них особо не зацикливаюсь. Но эти имена, может быть, вы иногда тоже будете или комментарии от меня слышать. Ребята очень серьезные, хорошие, да. То есть они переживают за свою страну, за свой народ. Но иногда эти переживания заходят слишком далеко. То есть это действует очень таким негативным образом на здоровье. Мои ролики будут иногда называться этими же аналогичными названиями, то, что происходит сейчас в мире, поэтому не удивляйтесь, да? И это нормально, чтобы как-то привлечь ваше внимание на мой канал. Ну а так, в основном, темы, которые меня занимают, это, конечно, темы здоровья. Об этом будет и речь. Можете писать мне, можете мне
контактировать со мной, телефонировать, да, то есть у меня есть телефон, у меня есть WhatsApp, другие средства коммуникации, пишите, будем переписываться, будем созваниваться, будем обмениваться мнениями. Ну, как я уже сказал, да, вот эти три здоровья я стараюсь держать в балансе. Духовное, психическое и физическое. Это для меня самое главное. Все, что остальное, политика и все остальное, это просто чисто информационно, но я в это глубоко не вникаю, потому что нет никакого смысла. Вы знаете, есть только Всевышний, который все контролирует, и у него все, действительно все под контролем. Вот можете мне верить, можете нет, но действительно вся история человечества, она доказывает то, что все пророчества, которые были написаны в Библии, они до сегодняшнего дня сбываются, и еще осталось совсем немного, и наша прекрасная земля превратится в такое райское чудесное место, где мы все будем жить вместе с вами, как одна дружная семья, и уже не будет ни границ, ни денег, ни каких таких разграничений, да, ни богатых, ни бедных. И я, в общем-то, за это. Я за то, чтобы все люди жили как одна дружная семья. И поэтому я как тот Кольт Леопольд, мое жизненное такое, жизненный настрой, я всегда говорю, ребята, давайте жить дружно. И если что-то случается в мире, я всегда говорю, и эту неприятность мы переживем, да, и это все пройдет, и все будет прекрасно, и все будет хорошо. Поэтому я вам желаю сегодня прекрасного, хорошего дня. Будьте добры, пожалуйста, подпишитесь. И насчет здоровья будете постоянно получать какие-то интересные советы. То, что я сам сам использую в своей жизни, да, то буду рекомендовать вам. А у меня много есть альтернативных вещей. Мне сейчас тоже уже не 30, не 40, не 50 лет, да, скоро 60, 70, 80, 90, 100. И я еще ни одной таблетки не принимаю, и слава Богу, да, живу без таблеток. И это, я считаю, что очень, очень хорошо. Поэтому еще раз прошу, подпишитесь. Всего вам доброго, хорошего дня. Всем вашим любимым. Любите друг друга, прощайте друг друга, не обижайтесь. Это самое-самое тоже главное, чтобы ваше физическое здоровье оставалось хорошее. То есть никаких обид, никакой злости, ничего в вас не должно быть. У вас должно быть только все хорошее. И все хорошее будет исходить из вас, будет окружать этот весь мир, наполнять этот мир. Любовь ваша, да, и любовь других людей к вам, пусть это будет меньше, чем вы дарите другим, но ничего страшного, соберите вокруг себя таких любвеобильных людей, и этого вам будет вполне достаточно. Итак, с вами был Виктор Балит, до следующего ролика, и как я уже попросил, да, пожалуйста, подпишитесь. Всего доброго, пока-пока.